Девять семей из разных районов Самары и команда Самарской городской думы встретились на площадке для игры в городки, чтобы помериться силами. Игра сплочает, тренирует все группы мышц и подходит для представителей всех возрастов. Это же вообще русская наша национальная культура, городки. Она же многовековая, начиная с Александра Васильевича Суворова. Соревнования на Кубок Думы городского округа Самара проходят во второй раз. И дважды в них принимает участие семья Герасимовых. Все дети сейчас сидят в телефонах, а мне нравится то, что сейчас на воздухе активная игра. Стационарная площадка для игры в городки в Самаре одна, в сквере поселка Управленческий. Она нуждается в ремонте. Уже выделены финансовые ресурсы, и через несколько дней вот эта площадка, да, так сказать, которая имеет большую историю в парке, она будет капитально реконструирована. А пока все желающие могут поиграть в городки на мобильной площадке на площади Куйбышева. Виктория Шара и Сергей Баскин. События.